Здравствуйте, привет! У нас сегодня понедельник, Мингё со мной, потому что он идет в ночь. И мы решили воспользоваться таким выходным, поехать в парк, опять посмотреть на вишню. Вообще в планах, конечно, было поехать на фестиваль в Чине, фестиваль цветения сакуры, но так как я вчера просто слегла с температурой, у меня вечером пропал голос, я напилась таблеток, заснула, и вообще, ну, очень сложно было. Сегодня я хотя бы говорю. Вот. Так что мы едем в парк, взяли с собой, приготовили обед. Немного прогуляться, потому что очень обидно, что есть выходной, и я вот так вот заболела. Немного проветриться. Мы приехали в парк, вот там вот цветет вишня, мы решили, раз здесь есть столик, пообедать здесь. Я, значит, сделала такие штучки с рисом. Еще вот. Ой, нау, думаю, сильно. Да еще хуй. Вы чудо на нас. Так обидно, что не успела вишня распуститься, как вчера и сегодня прошел дождь, и она уже начала опадать. Вообще, ей бы еще жить и жить, серьезно. Но зато мы опять приехали в это место, в котором я была на прошлой неделе. И вы знаете, за несколько дней совершенно все выглядит по-другому. Все дорожки уже усыпаны лепестками вишни. О, просто восторг. Сейчас мы с вами находимся в библиотеке, в которой каждый желающий может взять любую книгу, почитать здесь или взять с собой домой, а потом прийти сюда и вернуть ее. Ребята, это просто здорово. Здесь вот есть камера. Так что
нужно быть аккуратными. О, Мингё дразнится. У меня болит горло, а Мингё ест мороженое. О, смотрите, там прям целая малинка. О, я тоже хочу. Так здорово, все поменялось, ребята, вы знаете. Ты совершенно по-другому город чувствуется из-за того, что он стал весь зеленый. Все такое весеннее. Соответственно, настроение уже такое самое-самое весеннее. Уже можно сказать даже летнее. Смотрите, сакура уже доживает свои последние деньки. Доброе утро! Я сейчас спускаюсь в лифте, потому что меня уже ждут родители. И мы едем в Чине! Там проходит фестиваль цветения вишни. Мы туда хотели, я уже говорила. Я уже говорила, что мы хотели туда поехать в понедельник, но так как я заболела, у нас не получилось в Мингё поехать, поэтому мы едем с родителями. Ура! Все, они уже ждут, так что я побежала. Мы приехали на самое известное место в Чине. Тут так красиво и очень много людей, несмотря на то, что будет день. И я слышала, что здесь красиво вечером, но днем тоже неплохо. Получается, по всей длине течет ручей. Вот, вы видите его за мной. И повсюду сакура. Боже, как здесь красиво. Мы с вами находимся в Чине, на территории военно-морской базы и академии. Во время фестиваля цветения вишни сюда бесплатный вход, и обычные люди могут прийти и посмотреть на настоящие морские корабли. Вот за мной один и второй. Сейчас мы поднимемся и посмотрим, что же там. Интересно, что в целях безопасности во многих местах запрещено снимать и фотографировать, так что даже не знаю, что вам удастся показать вот так вот мельком.
Домой и заехали в аутлет и купили мне кроссовки. Ура! Боже, я так хотела новые кроссовки. О-о-о-о! Уже дома вам покажу. Может, даже померяю. Ура! Начался дождь, пока мама выбирает себе что-то из одежды. Мы с папой просто гуляем. Скажите, здесь красиво вообще? Вот они мои кроссовки новые. Здесь есть все мои любимые цвета. Фиолетовый, мятный и серый. Внутри, смотрите, какие мятненькие, прикольные. Сейчас хочу перевязать шнурки мятный цвет. Потому что белые, ну как-то, не знаю, хочется мне зелененькие. Стоили не 129 тысяч, я купила их за 30. Классно? Такой обед. Доброе утро, друзья! У меня чудесное настроение, только потому что я сегодня в новых своих кроссовках. Это как что-то попало в глаз. Может, вы знаете такое ощущение, когда одеваешь новую обувь и кажется, что земля под ногами просто по-другому чувствуется? Я сейчас прям летаю. Вот. Сегодня пятница, курсы, все как обычно. Я уже так привыкла к этому ритму. И теперь я люблю пятницы. Смотрите, какое я себе уютное местечко нашла. Прямо перед мэрией ем. Такой треугольничек с рисом. Вот это весь мой обед. Привет! У нас воскресенье. И у нас такая замечательная новость. Вы не поверите, вчера нам пришли посылки из Украины. Боже, я так ждала, и сейчас я в таком настроении, я хочу побыстрее все открыть. Посылки от кого, вы должны спросить? Посылки от родителей. Мама, когда узнала, что у меня болит животик, она решила мне прислать кашек. Так что я думаю, что там будет гречка и что-то еще полезное. Мама, китаря! Минги уже открывает! Нет! Нет! Подожди! Мама отправила, получается, бандероль. И две бандероли.
Потому что, получается, бандероль отправляется до 2 килограмм. И так было дешевле отправить 4 килограмма двумя бандеролями, чем платить практически вдвое больше за 4 килограмма посылки. Мне кажется, там порвалась гречка, потому что посылка издает очень странный звук. Мингел уже наворачивает труфели. Ну как? Читай, что написано? Труфели. Молодец, вкусно? Вкусно. У нас уже вся квартира в гречке, рассыпалась гречка. Да, и кто потом будет убирать, а? Чунца, ну-ка, какая? А, мурла. Так, смотрите, мы открыли посылки. Внутри столько всяких вкусняшек. Гречка немного порвалась. Потом шоколадки, шоколадки, мои любимые милки. Зеленый чай. Мой тоже любимый какао. Это будет у нас какой-то пирог. Шоколадный тортик. Вкусняшка. Мы, кстати, только что сняли видео, как мы распаковываем посылки. Поэтому, если вам интересно, то можете посмотреть отдельно. Мингё там сделал очень необдуманный один поступок. В общем, очень смешное видео будет. Боже, какая вкуснота. У меня еще есть маленькие огурчики. У нас уже вечер, мы приехали ужинать в кафе, в котором делают щабу-щабу. Щабу-щабу, это я вам уже рассказывала, это когда в бульоне варятся свежие кусочки мяса со всякими овощами. Ну и безлимитно салаты, всякие закуски, то есть как шведский стол, типа что-то такого. Итак, наш влог подходит к концу. Мы вас благодарим за то, что вы были с нами, провели с нами нашу неделю. Мы очень рады видеть вас снова у нас в гостях. Мы вас целуем, любим. И всем пока-пока! Пока!